А мне хочется эту вот колыбельную, которую я тебе присылала. Давай с нее начнем, а потом куда-нибудь. Там наиграй. Сложновато, конечно, в использовании. Есть все время соблазн попытаться погромче, но вот я прямо чувствую, что вот может он и не выдержать слишком напора. Ну, здесь чувствуется, что вот язычок очень такой. Там играть аккуратно, это нормально. Если нет, то... Без экспрессии. Да, у меня единственный орган в жизни, который в моих руках сломался, это была мунхарпа с травма, которую он с ноты соль примерно, или ля, сточил до ре. Ну, да. Не знаю, зачем он это сделал, но... Вот, а у меня дрымба сломался, единственное, в руках. Очень жалко до сих пор. У нас с тобой получается средний темп сломанный в аркану в 20 лет. Нормально.